Здесь должна быть парковка на 5 автомобилей, но вместо этого столики. В довесок к тем, что располагаются под вывеской «Кафе» на Гребенской. Переполненная урна, нескончаемый поток пешеходов и мимо проносящиеся автомобили. Декорации, что надо для отдыха. Сотрудники полиции и администрации курорта составляют протоколы, а работники «Кафе» недовольно собирают мебель. Нам необходимо будет изъять данный предмет с дороги, чтобы хорошо действовало дорожное движение. В связи с тем, что в городе Анапе увеличивается поток транспортных средств в летний период времени и ограничивается движение на парковке, тем самым получается заторовая ситуация. Чтобы этого избежать, лишние предметы с проезжей части, согласно пункту правил 1.5 ПДД Российской Федерации, у нас будет... Это является нарушением, в рамках которого будет и изъято данное сооружение. К вечеру выносное кафе было убрано. На организаторов несанкционированной торговли составлены протоколы.